катится, катится голубой вагон. Всем привет, дорогие друзья! На дворе зима, а это именно то время, когда хочется говорить только об одном – зимние каникулы. Да-да, именно то время, когда на улице слышно звук петард и крики школьников. У-ху! А еще, как ни странно, зимой дети находят много приключений на свою пятую точку. А спори на 50 баксов, что столб не лизнешь. Я не лизну столб, то еще на 50 баксов. Насмешил, давай. За ним. Деньги дай. Ты где тут? Деньги. Раньше во время зимних каникул подростки играли на улице. А теперь что они делают? Сидят дома? Раз это правильно? Неправильно. Опять ты здесь сидишь? Ты надоел мне уже! Вечно тут разлёгся и лежишь себе и сидишь в своём тупом айфоне 4S или 3 или 2. Я не знаю, какой там айфон уже, блин, надоело. Все время берут тебя все больше и больше, а ты сидишь и транжиришь мои деньги. Мне что пошел бы вон там погулял бы на улице с друзьями своими. Вот посмотри, Вася с Петей там сидят, небось снеговика уже слепили. Или даже второго или третьего, сука там снеговиком раслепистого снега. Ты надоел мне уже, разлёгся, иди посмотри, как нужно слепят свой Вася и Петя. Столбы они лежат. Зимой, помимо лизания столбов, есть много других разных развлечений. Как, к примеру, делать всякие скульптуры из снега. I'm ready. I'm going faster. Всем привет, я скульптор Роман, и сегодня мы слепим крутую штуку. Для этого нам понадобится два снежка круглой формы. И продолговатый элемент. Ребята, добавляем последний штрих. И вуаля. Это ракета! Всем пока! С вами был скульптор Роман. И сегодня мы лепили ракету! До скорой встречи, ребята! Все мы сталкивались с проблемой, когда выходишь после каникул в школу. Вот наш выпуск подходит к концу, ребята. Если вам понравилось видео, поставьте ему лайк. А если вам понравился наш канал и наши другие видео, подпишитесь на канал. Даем 3 секунды. Раз, два. Если вам понравились такие ролики, мы будем их продолжать делать. И, короче, вот, если вам понравилось... До скорой встречи, ребята. Не забывайте про нас, и мы не забудем про вас. Пока. Как прикольно сказал. Не забывайте про нас, и мы не забудем про вас.